Ну, ярмарок совершенно однозначно. Если мы еще раз говорим о том, что 1 000 000 тонн только плодовочной продукции производится в Волгоградской области, и для того, чтобы закрыть даже наши потребности, а может быть чуть их увеличить, как раз-таки этого формата торговли очень не хватает. Плюс ко всему, опять же, та нестационарная торговля, про которую говорят каждый день в разных источниках информации, должна перерасти из мелкорозничной, там, где продаются какие-то мелкие товары, в торговлю фирменную. То есть такой прецедент уже есть во многих странах. Законодательно необходимо, на мой взгляд, пусть какие-то западные страны это прошли уже давно, не надо обращать на них внимание, но ввести у себя тоже определенный порядок для тех же сетевых магазинов. В Европе вы давно не найдете продовольственные магазины, которые работают в субботу или воскресенье. Почему бы нет? Но зато ярмарочки, рыночки у них работают с большим удовольствием, люди их посещают. Вот это как раз-таки задача власти. Не надо придумывать какой-то административный инструмент для того, как же заставить сетевиков брать все-таки нашу продукцию. Нужно просто ввести вот такие, на мой взгляд, превентивные меры, которые помогли бы, собственно говоря, товаропроизводителям нашим развиваться. Ну, я, честно говоря, положительно, потому что я считаю, что исчезнувшие крепкие алкогольные напитки в 1994 году сыграли на рынок достаточно позитивно, то есть бизнес не умер. А вот то, что касается реализации, скажем, там, сигарет и пива, то, на мой взгляд, идея была не продумана крайне. Для того, чтобы ужесточать эти меры, необходимо было предложить альтернативу тем же предпринимателям, которые работают в сегменте нестационарной торговли. Такой альтернативы предложено не было. И для того, чтобы постепенно прийти к отказу от продажи табака там, или пива в киосках, нам необходимо все равно какое-то время. Введение вендинговой формы торговли через автоматы, которой у нас, к сожалению, нету. Очень прогрессивная форма именно по табачным изделиям в Европе. То же самое и по пиву, в принципе. Мы, получается, опять делим людей на белых и на черных. Мы мало того, что разделили сетевиков и малых предпринимателей именно в вопросе пива, то теперь еще произошло деление и по сигаретам. То есть те люди, которые торгуют в нестационарных торговых объектах в павильонах, им торговать сигаретами можно, в киосках нельзя. Должно быть все равно какое-то равенство. И в любом случае, я считаю, что пока не будет предложена альтернатива в виде хотя бы фирменной торговли наших волгоградских товаропроизводителей, то этот вопрос, он не подлежит рассмотрению, и я однозначно за то, чтобы нестационарная торговля реализовывала ту продукцию, которая не запрещена законом, и чтобы не было деления на белых и на черных.